После одного дня отдыха хоккеисты «Динамо Алтай» возобновили тренировки. Правда, без своего главного тренера Владислава Хромых. Наставника вызвали возглавить сборную России до 18 лет. Эта команда будет участвовать в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии. К слову, руководить сборной Хромых будет весь сезон. Поэтому покидать Барнаул придется частенько. Но благо, есть кому заменить. На домашнюю серию игр «Динамовцев» против «Челнов» тренером будет Александр Усачев. В любом случае соперники все равны, все матчи в этом году будут непростые, но задача одна – выигрывать. В этом сезоне у «Динамо Алтай» и новый капитан. Им стал Владислав Кузьмичев. Хоккеист в прошлом году пополнил ряды алтайской команды прямиком из Казахстана. И по мнению игрока, проблем с мотивацией у команды быть не должно. Находим слова, как бы мы все, что готовили, стараемся это выполнять, тренерские установки. Как бы все свое дело знают. Поэтому я не думал, что у нас будут какие-то проблемы с этим. Старт сезона на родном льду уже в эти выходные. Первая встреча против «Челнов» состоится 2 октября в 17:00 и в воскресенье 3 октября в это же время. Два оставшихся матча 5 и 6 октября в 19:00 на «Титов-арене». Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, День с толком.